И всем привет, с вами Ваня, и сегодня я вам покажу, как же поменять наше название канала на YouTube. Итак, чтобы его поменять, для начала заходим, вот сверху есть кнопочка «Менеджер видео». Далее мы заходим в раздел «Канал». Далее нажимаем на вкладку «Дополнительно». Ну а теперь нажимаем на кнопку «Изменить» рядом с нашим ником. Это не обращаем внимания. Можете почитать, можете не читать. Но нам интересует кнопка «Изменить». Нас переводят в Google+. И тут вы изменяете ваш ник. И нажимаем «Ок». Вам спрашивают «Изменить имя». Нажимаете «Change name», то есть «Изменить имя». И после этого через несколько минут имя у вас изменится. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ваня. Надеюсь, что я вам помог, как менять имя на YouTube. Если вам понравилось это видео, почему бы вам не поставить лайк и не подписаться бы на канал. Ну а с вами был Ваня. Всем пока-пока.